Доброго дня! С вами за кадром Ольга Ингрия. И мое колье, которое я сделала в марте, подарила тете, оказалось не совсем тем, что ей хотелось. Она его просила к вот такому платью, у которого очень широкий ворот, и ей хотелось прикрыть шею. Я придумала и подарила вот такое колье. Видео, как я его делала, есть на YouTube. И ссылочки на процесс я вам дам в описании. Но у меня сеточка связана только по передней части, по горлу. А с таким большим воротником нужно прикрывать шею по всей окружности, поэтому мне нужно сделать будет такую сеточку, как воротник. То есть нужно будет это колье все-таки переделать. В ближайшее время хочу этим заняться, и результаты переделки покажу вам. С вами была Ольга Ингрия. До новых встреч. Всего доброго.